Давай, видео, давай. Ты сказал, что ты хочешь взять первое слово, поэтому бери давай первое слово. Образ такого? Образ такого? Да. Это не образ. Привет, человечество! Меня зовут Ярослав, и мы на канале Акстара. Акстар — это он, не путайте, пожалуйста, он мельче меня по росту, хоть типа как будто мы одинакового роста, на самом деле он мельче, потому что диван у меня кривой, либо камера криво стоит. Ярик высокий, Ярик молодец. Фингерстайл-аккорды. Типа круто, но уже типа неинтересно стало, потому что аккорды, понятное дело, тащат. Мы решили с Акстарычем решить раз и навсегда. У нас разные возраста, я старенький, этот молодой. Какие песни лучше? Наши старенькие, крутые хиты, либо вот новые песни, которые выходят в данный момент сейчас. Решим с Акстарычем. Да, чё? Давай, теперь ты что-нибудь скажи, прям, чтоб заправское такое, прям... Акстарычем меня еще не называли. Акстарыч, ну типа, знаешь, это в будущем, ты такой старый же будешь. Акстарыч, слушай, водяр принеси, а то у нас закончилось. Ну, типа, блогеры же в будущем там бомжи будут в любом случае. Давай, короче, как-нибудь забайтим, чтобы до конца люди смотрели, что-нибудь в конце прикольное придумаем. А к этому я не был готов. Не забывай писать в комментах, какие песни тебе больше нравятся. Новенькие, либо старенькие. Пиши в комментариях, и мы определим победителя, да. Не забывай смотреть это видео до конца, потому что в конце тебя ожидает, ох ты что. А в серединке-то у нас, о, что будет. Погнали. Да? Да? Да. Мы не знали друг друга. Что-то тиховато. А? Ну, слушай. Да, блин, нет? Чуть-чуть, наверное, вот прям совсем немножко. Прибавлять? Останавливать запись? Нет. Заново, типа? Да. Нет? Нет. Сейчас нормально? Нормально. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Просто так, мимо ноты. Нормально? Да. Ты сыграешь... Подожди, да. Сейчас что делаешь? Я сейчас и сам сыграю, и сейчас сам спою. У тебя самая важная роль, вот это вот вначале прочитать хероту, и все. А я могу сыграть тоже. Да зачем тебе играть, господи, тут не играй. Я давай, знаю. Давай. У тебя ответственная миссия, давай. Нам всем кажется, что если не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, что всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука нас начнет очень быстро душить. Голову в коробке пластмассовую вместе с телефоном, ключами и паспортом, рентгеном в сканере просветят ласково. Цель безопасности государственной и обратно вряд ли пнущие уже руки ищут затылки над обрубками шеи. Крутыми клетками к стенам не видно из контейнера, что там с телом. Лента с монотонным гулом коробку тащит. Акстар, спасибо, что не перемотал ты дальше, потому что дальше не вижу я уже ни хрена. Уже вообще какая-то борода. Я вообще могу читать, значит, рэп. Я могу сочинять просто песни на ходу. Большое спасибо маме за этот куплет. Мама, я тебя очень сильно люблю. И лента с монотонным гулом коробку тащит, и для Тулова тоже подыщут ящик. Станет станом изглавленным в нем лежащим, почти покойником, почти настоящим. Кто-то, может быть, даже помянет на 40 дней. Все как у людей. Все как у людей. Нормально. Чтобы в комментариях было больше шуток про геев, песня для вас, ребятки. Играй, чё. А. Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше бы это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя. А он тебя целует, говорит, что любит и ночами обнимает.
сердцу прижимает, а я мучаюсь от боли. Со своей любовью в фотографии в альбоме о тебе напомнят, о тебе. Зачем я на тебя посмотрел? Вот сейчас не надо было этого делать. Ничего. О тебе. Чего нельзя? Вы очень-очень опасная песня, очень опасная песня. Что, еще раз или нормально было? Что, два типа людей. Акстарушка, а ты знал, что есть два типа людей? Одни играют аккордами, другие а другие не умеют играть. Погнали. Погнали, давай, зажигай. Ты разозлил меня. Блин, у тебя так лицо изменилось сразу, такой злой. Подожди, а сделай веселое лицо. Слушай, а вот сейчас веселый, да. Поздний вечер... Тьфу ты! Поздний вечер, из окна на кухне тени зажигают свет. Сколько ни пытался разобраться в людях, я устал, отец. На моем пути встречалось много разные все, и у каждого здесь своя правда, свой бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей, идут по головам, не жалея ногтей, и чёрта оправдают, лишь бы оседлать цель. И есть два типа людей. Другие никогда не оставят в беде, дающие за совестью, кем ты за честь. Смотри, разорвись между ними, и не в темноте упала звезда за горизонт. Ну а аккорды, там уже другие. Нормально? Откуда я знал? Не, нормально. Да зачем дальше играть? Да. Так, ну, блин, мы не завершили. Ну ладно. Придется резко оборвать. Обрывай резко! Я тебе уже о нем рассказывал, но о хорошем нужно говорить много. Хочу порекомендовать тебе приложение Timbro. В этом приложении ты сможешь научиться играть на гитаре, как фингерстайл, так и аккорды. Его главное преимущество в том, что он считывает звук с микрофона в реальном времени и позволяет понять, правильно ты попадаешь в ноты, ритмично, в общем, чтобы все было красиво и классно. Тут есть огромное количество песен, которые разбиты на уровни сложности. То есть, если ты играешь не очень хорошо, можешь сначала сыграть первый уровень сложности, потом уже перейти на более сложный. Также есть огромное количество упражнений к этим песням, то есть потренироваться перед каждой песни. Давайте для примера возьмем группу «Кино Кукушка». Приложение абсолютно бесплатно и для Android, и для iOS. Вы можете его скачать по ссылке в описании. Самая верхняя ссылка. Скачивайте, классно играйте. Что ты хочешь? Timbro, Timbro, Timbro. Смотри, что есть, а? Timbro, как Ярик, бро. Наклеечки Timbro, а? Кто хочет такие наклеечки на гитару? Учись играть у Timbro. Ногу поднять и тоже лайк поставить. Ты куда себе ближе микрофон двигаешь? Я тоже хочу микрофон. Ты куришь? Нет. Молодец. ЗОЖ. Пачка сигарет. Не та пачка сигарет, которую мы все хотим услышать. Не помню. Вот этот звук был, это вот звук твоего канала. Он скатывается. Подожди. Оп. Это вот твой канал, а и мой давай сыграй. Разве так было можно? Вот эта шутка хорошая была. Сигарет в моем кармане заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? Пачка сигарет в моем кармане заставляет жить меня этот день. Я возьму телефон, позвоню своей маме. Мама, почему я хочу умереть? Сигарет никогда не закончится. Бросить курить, если честно, не хочется. Стены так давят на меня в этой комнате. Белый потолок засыпаю в голоде. Открытые окна, в них дует ветер. Я не закрывал их, я жду тепла. Мои друзья, это мои сигареты. Мы с ними никогда не расстанемся. Пачка
сигарет в моем кармане. Нормаленько. Резкий переход. Покажи так, чтобы все прям вау. Хочу сказать, что эта песня... Ты обосрался только что. Прямо на глазах у всех. Тихо. Если не вставишь этот кадр... Я хочу сказать. Эту песню я выучил с помощью Тимбро. Не забывайте. Тимбро, как Ярик, бро. Ты где? Нет. Ссылка в описании, самая верхняя. На Ярика. Я сказал... Не... Я вначале не сказал, что подписывайся на мой канал. Подписывайся на мой... Чё? Мне на канал. Да. Поэтому ты не вставишь эту часть, вставлю, да? Вставлю, вставлю. Да, выпендривался. Теперь погнали играть. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда. Обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. И никто не хотел быть виноватым без вина. Что-то ты прям сильно отошел от оригинала. Мне кажется, на укулеле ее в оригинале не играли. Да? Гавайская пачка сигарет. Я сижу и смотрю, я вспомню, какую мы песню должны были играть другую. Я солдат. Давай сыграем я солдат. Давай. Погнали. Дальше. Я солдат из попелет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата, потому что граната белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, заищи мои раны. Солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Привет, меня зовут Ярик, его зовут Акстан. И не забудь, не забудь ты подписаться на его канал. И на мой ты тоже подпишись. 5000 лайков, и мы выпускаем следующую часть. А ты в комменте ответь, какие песни лучше. Вот это старенькая песня, а до этого мы сыграли много новеньких. Если не смотрел все видео целиком, Ярик, сука, ризна, тебя смотрит. Подождем, пока подпишитесь, пока коммент оставите, лайк. Ну, нам тут. Мы блогеры, мы ни хрена не делаем, поэтому можем посидеть. Подождем.